Владислав, вторая футбольная игра, вторая двусторонка. Сегодня на твоем счету дубль. Расскажи, как игра и как забивал. Красиво забивал. Хороших передач Александр Дарин мне отдавал, я забивал. Просто сегодня космический матч. Реал Мадрид просто всех уничтожил. Как в Лиге Чемпионов, так и на этой площадке «Метеор». Ну, видно было, что ты сам хотел оформить хэт-трик, но не удалось, да? Соперник перестроился, поставил ко мне игрока, приклеился просто как пиявка, не давал убежать. Ну, устал ты сегодня больше, чем на льду. Я вообще не устал, я бы еще побегал. Я зверь просто. Владислав, вторую неделю подряд ты отличаешься дублями в футбольных двусторонних матчах, и нам сказали, что ты сам занимался футболом раньше, так ли это? Месяца три буквально в детском возрасте, как раз перед тем, как начать заниматься хоккеем. Возраст неосознанный был, поэтому, в принципе, не понимал там, что к чему. Походил, в какой-то момент не понравилось, перестал, и все. Но опыт пригодился сейчас, даже здесь. Я, в принципе, с самого детства всегда любил играть в футбол и во дворе постоянно. Ну, думаю, то, что мне даже больше, в принципе, умения какие-то дало то, что я играл во дворе, чем занимался. Там все-таки в детском возрасте больше на координацию какие-то движения, без мяча. Сейчас неплохо так просто психологически разгрузиться, поэтому удовольствием вторую неделю с ребятами вышли в футбол, поиграли с интересом и накал борьбы, как бы. Поэтому здорово подвигались.